Пришло время афиши. Кажется, осень очень быстро набрала обороты, но это не повод для грусти. Я, Анна Троян, расскажу, как классно провести выходные. Люберцы, прием! Вы на связи? Приготовьтесь узнать, какие загадки для вас приготовила Вселенная. Корабль «Орбита» уже на старте к отправке в мир новых открытий. В космополисе для малышей устроят межгалактическую программу. Мы отправимся в таинственное путешествие. Are you ready? 3, 2, 1, пуск! Пришла осень, а значит, настала пора не только опавших листьев, но и полезных дел. В субботу высадим деревья. Всеми любимая акция «Наш лес» разрослась на весь округ. Почти 200 точек на карте Люберец станут зеленее. 36 тысяч саженцев, клены, рябины, березы, яблони появятся в парках и скверах. Хотите антуража? Отправляйтесь в виноградовское лесничество. Там масштабно. Традиционную экипировку и инвентарь выдадут на месте. Присоединяйтесь к экологической акции. Еще одно полезное для природы дело. Убраться там, где намусорил человек. И это я не про субботник, друзья. 21 сентября люберцы присоединятся к 150 странам. Особенно отметят День чистоты. Глобальную уборку затеяли вблизи реки Пехорка в Томилине. Общественники, активисты и просто неравнодушные жители наведут там порядки. Присоединяйтесь к благому делу. И вы добавим плюс к вашей карме. На этом все. Долгими осенними вечерами не печальтесь у окна. Включайте афишу, и жизнь заиграет яркими красками. С вами была Анна Троян. Пока-пока!